Всем привет! Хочу предложить вам один из вариантов очень сытного и быстрого блюда. В глубокую сковороду вливаем примерно 4 столовые ложки растительного масла. Разогреваем и выкладываем туда одну луковицу, нарезанную средним кубиком. Обжариваем до золотистого цвета в течение 2 минут и после этого добавляем один помидор, нарезанный средним кубиком. Перед использованием помидор я очистила от кожицы. Обжариваем вместе с луком в течение 2 минут. После этого добавляем одну банку консервированного горошка. Половина столовой ложки специй хмели-сунели. Все хорошо перемешиваем и протушиваем буквально в течение 1 минуты. Затем засыпаем одну упаковку вермишели-паутинка, это 400 грамм. Солим по вкусу, все хорошо перемешиваем и вливаем кипяток. Уровень воды должен быть вровень с ингредиентами. Это примерно 250 мл. Сразу закрываем крышкой секунд на 30 и только после этого ее открываем и хорошо перемешиваем. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Готовим под крышкой буквально в течение 3 минут. Блюдо готово. Приятного аппетита!